Друзья, всем привет! Сегодня мы решили провести видеосъемку в нашем небольшом городе, городе Сланцы. Будем проверять у прохожих людей силу хвата и разыгрывать небольшие призы. Суть такова, мы просто будем подходить к подросткам и к девушкам. Будем подходить, девушка должна сжать экспандер, чтобы зафиксировалось именно количество раз. Ну и подростки до лет 15, 30 килограмм. Мужчинам где-то с 25 и выше лет будем ставить на 60 килограмм. Вот. Мужчинам лет 20-25 будем давать экспандер на 45 килограмм. Тоже они должны обязательно коснуться экспандера. Если коснулись, вы выиграли, так сказать, поучаствовали. И мы вам в благодарность купили такие батончики спортивные. Вот. И также Рамазан проспонсирует тоже такими добавками. Рамазан, расскажи, что ты будешь давать людям за участие? Первое – это Brainstorm, активатор мозга и физическая энергия. Продукт от компании EVO Product. Вот. Помогает справиться с утомляемостью, повышает работоспособность. Вот. Выглядит саше-пакетик Brainstorm вот таким образом. Вот. И также тон, заряд энергии тонус. Природный энергетик. То же самое, повышает работоспособность, помогает справиться с утомляемостью, сонливостью. Вот. Также помогает справиться с перепадами настроения. И саше-пакетик от EVO Product Тон выглядит вот таким образом. Да, это просто добавки, просто БАДы, витаминчики. Да, биологически которые... активные добавки, да. не являются лекарственным препаратом сразу. Вот. Это ни в коем случае не реклама, если что, никого мы не провоцируем на покупки. Вот. Просто Рамазан покупает, сам пользуется, и ну, как бы я ему приложил, он сказал, да, хорошо, раздадим народ, чтобы завлечь народ поучаствовать в этом. Ну, а мы просто пройдемся по городу, и, может быть, кто-то захочет поучаствовать, так сказать, в нашем таком конкурсе небольшом. Все, всем спасибо. Погнали. В общем, тебе надо сжать просто 60 килограмм, чтобы ручка коснулась кнопочки. Если зафиксируется, ты получаешь приз. Все. Просто сжать. Все, получаешь приз. Четыре раза. Четыре раза. Все, что мы тебе даем? Батончик. Вот видишь, ты сейчас поешь. И такой энергетик спортивный. А его как так пить? А его с водой разбавляешь и пьешь перед тренировкой. Все, спасибо за участие. Привет, не хочешь поучаствовать в таком челлендже? Тебе надо просто сжать экспандер. Просто сжать и все. Ну, давай. Все, сжал. Молодец, приз получаешь. Так, ты получаешь у нас протеиновый батончик. О, спасибо. И витаминки Brainstorm. Держи. Все, спасибо за участие. Так, ты хочешь поучаствовать тоже? Давай, пробуй сжать. Только давай той, правой рукой. Угу. Вот. Давай еще разочек. Все, есть контакт. Получаешь приз, молодец. Держи батончик. И Brainstorm. Все, молодец. С водой? Да. С водой, да. Что-то как-то получается. Ты снимаешь еще? Да. Ну все, давай снимай меня еще, подожди. Что-то как-то, ребят, получается очень легко пока что. Кого не встречаем, все сразу сжимают. А вон девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы бы не хотели поучаствовать в конкурсе на проверку силы хват? Вам надо просто сжать экспандер. Получится, если у вас сжать его, получите приз. Вот надо, чтобы кнопочка загорелась. Ага. Вот еще раз. Вот кнопочку вот эту задеть. Ага. Да, все. Так, все. Вы получаете протеиновый батончик. Спасибо. Стойте, стойте, это еще не все. И получаете заряд энергии и тонус на каждый день. Спасибо. Да, не за что. И вам доброго дня. До свидания. Здравствуйте. Не хотите поучаствовать в конкурсе? Надо жать экспандер, получите приз. Попробуй. Блин, меня. Ну попробуй. Другой рукой можешь попробовать. Не, смотри, надо вот. Именно вот. Вот так. Вот. Ага. Так, все получилось. Так, девушки, вы будете пробовать? Мы вам поменьше дадим. Мне кажется, ты получаешь есть. Приз, протеиновый батончик. Спасибо. Так, 30 килограмм. Спасибо. Нет, я тоже не сделала. Угу. Пробуйте несколько раз, вдруг получится. Пробуйте мизинец тоже туда запихнуть. Угу. Нет, так не получается. Попробуйте другой рукой, подруге дайте. Угу. Чуть-чуть не хватает. Не хватает,
Угу. Ой, нет. Ну да, тоже нет. Давайте поменьше вам сделаем. Давайте. Давайте чуть-чуть. Вот так, 20 килограмм. Пробуйте. Во, почти, почти. Там тоже почти было, ты что-то уже стало. Попробуйте вниз. В смысле? Ну вот, вот так как будто. Во! Подруга пусть попробует. Вот, есть. Так, девчонки, вы получаете приз. Витаминки и протеиновый батончик. Ты тоже получаешь протеиновый батончик. За старание. Все, молодцы, ребят. Спасибо. Да, не за что. Здравствуйте, не хотите поучаствовать в розыгрыше? Здорово, говорят, как раз. Короче, зажми экспандер, попробуй. Просто вот, смотрите, надо вот сжать. Что, прикол? Нет. Все, сжал. Получаешь приз. Так, вы получаете протеиновый батончик. Спасибо. И получаете витаминки. Спасибо. Да не за что, давай. Все. Здравствуйте. А вы бы не хотели поучаствовать в конкурсе, сжать экспандер, получить приз? Ничего тяжелого, просто сжать экспандер. Рамазан все делает. Попробуйте. Просто сжать вот. Контакт, что ли? Да, на чтобы кнопочки коснулись. Тут кнопочка есть, и он зафиксирует на циферблате. Все, есть. Все, получаете приз. Приз получаете. Протеиновый батончик. И девочки, вы не хотите попробовать? Мы вам поменьше поставим килограмм, легко сжать. Получите приз. Просто сжать экспандер надо. Вот просто. Вот, вот так вот. Все, есть. Одна победила, вторая давай пробуй. Просто, да, сжать. Нет, надо, чтобы цифра 6 появилась. Нет, еще пробуй. Вот, все, есть. Так, ты получаешь протеиновый батончик и витаминки. Молодцы. И ты получаешь протеиновый батончик и витаминки. Не за что. Все, хорошего дня. До свидания. Здравствуйте, девушки. Не хотите поучаствовать в конкурсе, сжать экспандер и получить приз? Просто надо сжать. Просто сжать, и на циферблате должна циферка 1 появиться. Вот вам на кнопочку надо коснуться. Да, все, отпускайте. Все, есть. Все, получаете приз, протеиновый батончик и витаминки. Спасибо. Не за что. До свидания. Здравствуйте, не хотели бы поучаствовать в конкурсе, сжать экспандер, получить приз? Ну, ничего тяжелого нету, просто надо вот сжать. Давайте. Пробуй. Все, опускай. Циферка есть. Хорошо. Девушка попробует? Мы вам поменьше поставим. 30 килограмм. Ага, сбрасываем. Пробуйте. Надо вот этой штучкой коснуться вот этой кнопочки. Не-не, вот за, вот, вот за эту беритесь пальчиками, да. Угу. Тоже есть. Все, так, победили. Получаете приз, протеиновый батончик и витаминки. Спасибо большое. Так. Да, вам спасибо, что поучаствовали. Ты тоже получаешь витаминки и протеиновый батончик. Нет, спасибо. До свидания. Поучаствовали, хорошего дня. Привет. Не хотите поучаствовать в таком розыгрыше? Надо, в общем, просто сжать, чтобы циферка. Как раз для девушек. 30 килограмм. Что, нажимать просто? Просто сжимай. Все, есть. Пробуй ты. О, что это такое? У меня рука-то слабая, я ж. Все, есть, победили. Так, вы получаете приз. Классно! Давай, и ты попробуй. Это мы любим. Так, видите, как вы. И вы тоже получаете протеин. На, пробуй. Спасибо. Вот так, смотри, вот той рукой. Вот так, пробуй. Ага. Сжимай. Нажимай давай. Давай, 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 блин, давай, 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 давай. Опа, выиграл, молодец. Будешь или нет? Так, ты на батончике витаминки держи. Спасибо. Все, спасибо за участие. Спасибо, до свидания. Приветствую. Не хочешь поучаствовать в розыгрыше? Надо просто тебе сжать, смотри, чтобы циферка загорелась. Да, попробуй. Давай. Что, да, давай. Все, отпускай. Все, циферка есть, победил. Давайте, ну вот сейчас мы тебе поменьше все, сделаем. Так, 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 так. Ну тебе давай вот так пробуй 30 килограмм сжать. Давай, ну чуть-чуть давай, не давай, давай поменьше, давай поменьше тебе поставим сейчас еще. Давай пробуй. О, давай приз ему. Давай, сейчас. Тебе чуть побольше тогда, тут постарше. Вот так давай. Угу. Все, есть. Все, молодец. Спасибо. Держи. Все, спасибо, ребят. Взаим. До свидания. Нет. Че, все, врубил? Врубил. Александр, давай. Пробуй. Надо, что? Просто сжать.
нажать, чтобы тут циферка 1 появилась. Надо коснуться кнопки. Все, есть. Хорошо, Сань победил. Девочкам 30 килограмм. И тоже 60. Так ты получаешь свой приз. Она мать. Не может. Я все силы в роддоме оставила. Так. На, пробуй. Просто сжать тебе надо, чтобы вот эта штучка коснулась кнопочки вот здесь. Тоже легко. Ё-моё, что-то все сегодня легко. Держи. Спасибо. Тащу, не отдавай. Все, давайте. Тащу, не 10 раз. Так, ну вот, сейчас. Вот это ни одна девочка не сжимала. Это сколько? 40. Блин, жало тоже. Я бы, мне кажется, еще больше сделала. Давай еще больше. Саня натренировал, сразу видно. Вот это 55, наверное, мне кажется, не сожгут. Блин, чуть-чуть не хватает. Блин, ты не, не получилось. Попробуй отдохнуть и вниз. Сейчас чуть отдохни, да. Вот так? Вот так. И больше упор на мизинец сделай. Еще ногти. Ну да, смотри, ногти. Так, братан, это с водой смешивается? Вот это энергетика. Да. Да. Ну, как при тренинге. Да, кормление. Легенький. Мизинец? Ну, типа во все пальцы, но больше в мизинец дави. Не, все, рука устала, уже поменьше. А, да, вообще, у меня... Но это много для девочки. А я хотя бы смотрела, когда, ну, типа, я видела... 40 ты сажала вообще уверенно, типа. Молодец, прикольно, молодец. Спасибо. Привет. Да не за что. Ребят, привет. Не хотите поучаствовать в розыгрыше? Сожми экспандеру, получи приз. Просто надо экспандер жать. Будете пробовать, то будет. Просто смотри, твоя задача просто сжать, чтобы циферка 1 появилась. Все, есть. Будет еще попробовать. Надо, чтобы циферка, чтобы кнопочки коснулись. Вот, есть. Ты будешь пробовать? Вот, пробуй, пробуй. Нет, не хватает. Циферка 3 должна появиться на циферблате. Ты за внутренний возьми 7 пальцев. Все, есть. Давай по витаминке. Молодцы. Да, да. Так, вот тебе. Это просто витаминки с водичкой с утра. Да. Все, спасибо, ребят. Приз. Сейчас, секундочку. Мужчина 60 килограмм нас сжимает. Пробуйте. Так, подожми. Да? Все, есть. Все, получайте витаминки. Так, держите. Брейнштормит, он смешан с водой. И выпивать с утречка, желательно. Мы ему... Давай. Вот, давай, ты первый. Да он не сожмет. Ну, надо зафиксировать. Вот кнопочка есть. На кнопочку нажать. Вот это, вот, вот. Не-не-не, вот, вот эта ручка, кнопочка коснуться. Сжимай просто, в общем. Да ладно, ты что ты там так напрягаешься-то? Так, ну это вот. Я пропустился. Вот. Вот это никто не сжимал еще из проходящих. Это 90 килограмм. Ну, Женя сжимает. Все, есть контакт. Держи. Так. Так, а тебе, мужчинам всем обычно... А, 45 килограмм. Что такое? Это витаминки. Это витамины, да. И как энергетика. Да, да, да. Конечно, я сейчас съем витаминку. Блядь, вот 45 килограмм. Тебе с надо водой, что, просто сжать, и чтобы коснулись. Не коснулись, пробуй еще. Давай, Тёмыч. Не коснулись. Давай-давай, пробуй давай, еще, что? Пробуй. Вот. Ну, не было сколько? Надо, чтобы зафиксировал. Не, ниже надо, берись пониже чуть. Это сколько? Не спеши, 45. Не, не, не спеши, не спеши. Пробуй вот именно вложить аккуратненько во все пальцы и надавить во все пальцы. Чуть-чуть не хватает. Отдохни, отдохни сейчас. Дай попробую. На 45 килограмм. Ты пальцами это сделаешь. Вот, не спеши просто, вложи себе удобно во все пальцы и вот. Давай, пусть он еще пробует. Только удобно вложи, сил много не трать. Тут пальцы быстро. Возьми вместе пальцы, не растопыривай их. Не пониже, пониже, пониже берись. Вот так где-то. И вот так вот. Давай ему попробуем здесь дать. 50. Во! Во! Пойдет. Все, короче. Так, ты получаешь тоже витаминки. Держи. Друзья, подводим итоги. В общем, прошлись мы. Первый раз, наверное, нас некоторые люди в нашем городке, наверное, пугались нас. Думали, какой-то искали подвох. Вот. Но, в принципе, почти все сжимали.
Может быть, конечно, мы сильно облегчили задачу. В следующий раз вдруг мы будем снимать, усложним, потому что почти каждый второй сжимал. Вот. В общем, вроде прикольно получилось. Мы это делали для популяризации спорта, чтобы люди занимались, не алкоголь, так сказать, пили, да, а занимались спортом. Поэтому всем здоровья, всем спасибо.